В Ярославле ко Дню Победы раздадут более 30 тысяч георгиевских ленточек. Масштабная акция на этот раз стартует по всей стране с 22 апреля. В Ярославле волонтеры совместно с Центром патриотического воспитания Дворцом молодежи будут раздавать георгиевские ленточки на улице Кирова и Красной площади. Цель акции, по мнению организаторов, создание символа праздника, выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта.